В Новгородском киномузее вновь посетители. После длительного карантина, связанного с коронавирусом, наконец опять начались показы мировых шедевров. Показы в киномузее возобновила серия фильмов, которые объединили названием «Весенние блондинки». Ведь в них играют известные белокурые звезды. Но почему же весенние? Все просто. Эти сеансы начались еще в марте. Однако из-за введенного карантина киномузей пришлось закрыть. Теперь же здесь вновь ждут гостей. Зрители хотели, уже выбирали для себя какие-то сеансы предварительные. Поэтому, как только разрешили, естественно, мы вернули тех самых весенних блондинок. Пусть они будут летом. Зрители увидят Мерлин Монро, Катрин Денёв, Марлен Дитрих и других красивейших актрис 20-го столетия. Правда, билет лучше приобретать заранее. В связи с пандемией количество мест в кинозале уменьшилось в 2 раза, а желающих все больше. И среди них не только новгородцы. Я приехала из Москвы, узнала об этом музее из передачи «Непутевые заметки Карлова» и поняла, что обязательно нужно сходить. Вот если я еще и на таком мероприятии, как открытие кинотеатра, вообще прекрасно. После снятия карантина. О расписании фильмов и открытии новых выставок можно узнать в группе ВКонтакте, Инстаграме и Фейсбуке киномузея. Пусть с небольшими ограничениями, теперь он снова открыт для посетителей.